розовый пион. Сорт называется. Это новый пион, еще не выучила название. Флоренс Эллис. Светло-розовый. Ну и не выгорает. Вот такой розовенький в серединке. Не выгорающий. Очень плотного сложения, с закрытым центром. Аромат. Написано приятный. Ну, видно, жара или что, никакого аромата особого я не слышу. Высокий, хорош для срезки. Вот, высокий, вот такой шикарный кущ. Шикарный. Крупный размер. Вот сейчас покажу какой. О, сантиметров 17-18. Вот так. Красивый, очень красивый сорт. Розовый. Флоренс Эллис.